Rainbow English, учебник 5 класс, Unit 2, Step 6, упражнение номер 3. Нужно нам подобрать имена профессий, работ разных и использовать слова из рамочек. То есть одна рамочка плюс подбираем слово, подходящее во второй рамочке, их объединяем. Итак, здесь у нас на картинке один рыбак. Давайте отдельно прям возьмем. Итак, состоит у нас двух слов это слово. То есть берем здесь fisher. И здесь берем man. Все это пишем слитно. То есть fisherman – это рыбак. На второй картинке спортсмен. То есть ищем sports и опять же подбираем man. Sportsman. Далее. На третьей картинке. Ну, с банкирами тут ничего нет, то есть бизнесмен. Потому что они схожи часто по картинкам. Итак, business. И затем опять же подбираем man. Кстати, подождите, мы же должны... Так, секундочку, у нас просто два мужчины, man, и вот одна женщина должна быть. Проблемы, пардон, наверное, это женщина. Хотя нет, это же у нас гимнаст, ну вроде как мужского пола. Так, проблемка, смотрите, к сожалению, по-моему, тут несоответствие просто картинки. Ну, ладно, давайте представим, что это женщина, то есть спортсменка. Тогда вот это у нас woman, потому что, смотрите, я все-таки вычеркиваю, да, то есть вот у нас man, вот мы woman убрали, и теперь, потому что бизнесмен, он точно мужчина, так что вот это мы сейчас man заберем к себе. И получается здесь бизнесмен. Ну и придется вот, получается, спортсменку отсюда сделать. Уж рыбак это вроде точно не женщина, надеюсь. Так что вот, выходит у нас рыбак мужского пола, fisherman, потом спортсменка, sportswoman, затем бизнесмен, businessman, именно мужского пола, потому что бывает businesswoman, то есть мы можем как бы женщину так назвать. А затем, вот это точно две девушки, то есть у нас осталось, ну здесь легче, первая это продавщица, это shop assistant, это прям отдельные два слова, то есть повторов тут быть не может. Это продавщица. И последняя, кто остается, этот вот этот maker и dress. Dressmaker это швея или портная, ну как швея имеется в виду, которая одежду делает. Так что вот здесь небольшое сомнение, но других вариантов нет. То есть именно рыбак, бизнесмен мужского пола и спортсменка получается посерединке. Sportswoman.